Всем привет, всем привет! Итак, оптимизация Flash. Многие мне в личку писали, почему перестала работать кнопка оптимизации графики. Вообще, в 2019 году я делал видео оптимизация Flash. До сих пор у многих эта кнопка работает, но работает она только в Абисе. Хотя, даже для Абиса она очень сильно помогает играться. Но сегодня именно владельцы слабых компьютеров, слабых ноутбуков вернуть себе нормальную игру. Вы получите свои честные заработанные 24 FPS, ну то есть на старой графике. Единственное, я хотел попросить, если вы используете Хамелеон и скачивали его по моей ссылке, то есть без проблем, настройка чисто для вас. Если вы скачивали Махаон, если вы скачивали, ну, допустим, Play Machine, ту же самую, то, возможно, у вас не сработает и не будет работать, так что, ну, отпишитесь, если все нормально, тоже жду ваших комментариев. Ну, а сейчас мы перейдем к нашей настройке. На стриме прошлом один из подписчиков мне рассказал, что существует небольшая проблема именно с этой кнопкой, и она связана с недействующим центром сертификации и с недействующим сертификатом данного сайта. Поэтому мне пришлось перенести данную настройку на свой собственный сайт. Я его много раз рекламировал. MusicWars.сайт. Это мой сайт. Здесь показаны разные стили музыки. Они все написаны на флеше. И самое интересное, он работает как раз и здесь, в Хамелеоне. Если вы используете, иногда хотя бы заходите. Можно и посмотреть, и разбираться, по крайней мере, в стилях электронной музыки. Вот, ну, как бы, такая небольшая навязчивая реклама. Ладно. Итак, перейдем в объявление. Как вы видите, сейчас не отображается ни ссылка первого образца, ни ссылка второго образца. Ну, то есть, первая ссылка, которую Лена оставляла, это та ссылка, которая ходит везде по интернету на уменьшение графики. А вторая ссылка, вот здесь вот, вот наверху, это ссылка, которая работает именно на мой, ну, как бы, скрипт уменьшения. Сейчас вот он вот так выглядит. Ну, то есть, видите, ошибка соединения защищенного соединения, недействующий сертификат безопасности. В общем, вот эта проблема и есть. Для ее решения проходим в инструменты, приватность, показать данные, показать сертификаты. Далее, ссылочка на сайт есть, вот этот сайт, который сейчас есть у меня с музыкой, его надо добавить в исключение. Переходите сертификатов на сервера вот сюда, добавить исключение, добавляете, получить сертификат. Как вы видите, статус сертификата, видите, он, ну, не работает, неизвестный центр сертификации, нет доверия, ну, в общем, типа такого. Подтвердить исключение безопасности. После того, как вы подтверждаете исключение безопасности, у вас добавляется сайт, вот он, сервера добавляется. Добавляется исключение, до какого времени все. И добавляется срок действия постоянно. В дальнейшем вы проблем с кнопкой, наверное, испытывать не будете. Ну, посмотрим, как у нас будет это все еще в июне месяце. Теперь, вроде ничего не изменилось. Перезагружаем игру. После того, как добавился центр сертификации, добавилось исключение, получается, именно браузер перестает опрашивать им сайт и перестает опрашивать скрипт на принадлежность, именно на принадлежность безопасности. Раньше мы скрипты размещали без сертификации, они шли по протоколу HTTP, просто сейчас протокол HTTPS, то есть это 443 протокол, поэтому немножко произошли изменения. Итак, после этого переходим в группу, в объявления. И как мы видим, кнопочка заработала. Она заработала из-за того, что сертификаты Центра безопасности теперь находятся в исключениях. Все ссылки находятся внизу в описании. И на Хамелеон ссылочка, и на сайт ссылочка, и на сам скрипт тоже ссылочка. Можете поменять свои скрипты и добавить новое объявление к себе в группу уже с рабочей ссылкой. Ну а владельцы, еще раз говорю, Windows XP, Махаона, Windows 2000 NT, не знаю, проверьте, пожалуйста, и отпишитесь в комментариях, заработала ли у вас ссылка после данной процедуры. Всем спасибо, пользуйтесь, на здоровье.
We are gamers. Don't just play gamers. We are gamers. Black 10K Horn.